Тебе почему сегодня не вырыли, кто виноват, судья? Не, судья не виноват, хотя это просто, я не знаю, как так можно судить. Он, походу, желтый только нам давал, прыжок в ногу он сказал, что пожалел еще нашего, причем. И это не красный у него, но я не знаю, винить смысла судьи не, сами виноваты, что не удержали победу. В принципе, дача даже, сказал бы, лучше нас играла сегодня. Но ничья, если бы мы забили на контратаке в конце, то уже бы никто не вспомнил, что дача там атаковала больше или что. Но немного не повезло, будем брать 3 очка в следующем матче. Что произошло во втором тайме, пытались сохранить счет? Не знаю. Да, как-то или состояние какое-то, или неправильно подошли, я не знаю. Пропустили опять на первых минутах, как и с Олимпией, этот не нужен гол. Ну, мы будем работать над этим, чтобы не пропускать при выходе на второй тайм. Дача сегодня играла лучше, чем Динамо? Да, я бы сказал, что они создали больше нас, и мяч держался у них лучше, чем у нас. Но если брать по игре, они заслужили победу, если бы забили? Ну не знаю, смотря когда. И вот когда они забили, больше атак таких-то и не было у них. Если бы они забили в конце, то нет. Если бы в начале, то может быть заслужили победу. Но может мы бы и отыгрались, кто знает.